Брестскую областную организационную структуру ДСАФ многие в городе знают как площадку качественной подготовки водителей. Только в прошлом году здесь прошли обучение более 8 тысяч человек. Это одно из направлений большой работы, которая проводится первичными организациями. Ключевым остается вопрос подготовки спортсменов. Сегодня при региональном ДСАФ активно развивается судомоделирование, скоростная радиотелеграфия, стрельба. Более 300 наших спортсменов приняли участие в 50 республиканских и международных соревнованиях. Год прошел достаточно продуктивно и результативно. Наша работа строилась в рамках республиканской патриотической акции «Сердцем прикоснись подвигу», посвященной славной дате в истории нашего государства, а именно 75-летней годовщине со дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Коротко, такие самые яркие события. Это, в первую очередь, открытие мотобольного стадиона в городе Лунинец после его капитального ремонта. Второе – это проведение международного патриотического автопробега совместно с ДОСААФ Российской Федерации. Третье – это мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею нашего оборонного общества Брещины. Мероприятие по подведению итогов – это всегда детальное рассмотрение каждого отдельного направления, определение тех сфер, где стоит еще поработать, а также обмен положительным опытом. Самые результативные коллективы были отмечены грамотами и благодарностями. Прежде всего, конечно, работа и коллектив, который у нас имеется, все профессионалы своего дела, то есть все работают достойно, поэтому такой результат. Полученные награды станут стимулом для решения поставленных на 2020 год задач. Среди приоритетных – работа над патриотическим проектом «Сердцем прикоснись к подвигу», деятельность по подготовке водительских кадров, а также совершенствование материально-технической базы.